Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами снова интернет-магазин NTLife.com.ua. Сегодня хочу показать вам тест батарейки с помощью программы AnTuTu Tester, который тестирует аккумулятор на продолжительность работы. Сегодня перед вами не смартфоны, а планшеты. Три самых популярных, самых востребованных моделей на данный момент, по моему мнению. Итак, слева направо у нас Pipo M9, Cube U30GT2 и справа у нас Ainol Spark. По характеристикам аккумулятора, в Ainol Spark самый большой аккумулятор 10 тысяч мАч. У Куба аккумулятор у нас на 3, два аккумулятора у него внутри по 3600, в сумме 7200. И Pipo M9 имеет аккумулятор размером, точнее емкостью 7800 мАч. По характеристикам экрана, самый лучший экран, самое высокое разрешение у Ainol Spark, Full HD 1920 на 1080 у Куба U30GT2, у Ainol Spark Retina разрешение 2500 на 1500 с чем-то. Самое простенькое разрешение у Pipo M9 это 1280 на 800. Итак, давайте посмотрим. А, кстати, и процессор. Процессор у нас вот в этих двух моделях, Pipo M9 и Cube U30GT2, у нас ROG чип 3188, четырехъядерный мощнейший процессор. В Ainol у нас процессор Allwinner A31, тоже четырехъядерный, но частота работы намного ниже. Итак, давайте смотреть, кто у нас дольше всего работает или меньше всего. На третьем месте у нас оказался планшет Cube U30GT2, и его показатель составил 605 баллов. Напоминаю, кто не смотрел мои предыдущие обзоры тестов смартфонов, эти баллы означают то, что вот этот вот балл, деленное на 3, получаем минуты, за которые программа смогла разрядить данную модель со 100% до примерно 15, 19, 20, как посчитает нужным программка. Программка тестирует с таким экраном, какой есть, с процессором таким, какой есть, нагружает процессор по максимуму и выдает вот такой вот балл. То есть данная модель у нас показала третий результат, 605 баллов. На втором месте у нас оказался самый емкий по характеристикам планшет, и показал он 658 баллов. Существенной разницы с Кубом нету у нас, но просто как факт данная модель работает дольше, несмотря на свое большее разрешение. Но тут, наверное, сказался огромнейший аккумулятор на 10 тысяч мАч, 658 баллов. И первое место у нас занимает Pipo M9. Даже когда не проводя тесты, было замечено, что данная модель отличается действительно повышенным временем работы от аккумулятора. И таким образом, мы видим, что данная модель набрала у нас 728 баллов, что на 130 баллов примерно больше, чем конкурент его Cube U30GT2. В принципе, все. Я хотел только показать работу аккумуляторов, так как очень много нам вопросов задают наши клиенты по поводу, какой планшет будет работать дольше всего. Вот Pipo M9 является самым автономным. В принципе, еще хотел сказать, что вот этот вот балл 605 у Куба, 658 у Айнола, это неплохой балл. Это отличный балл, в котором, с которым планшеты будут работать свои заявленные 5-6 часов в режиме видео и 3-4 часа в режиме игры. То есть это вполне хороший результат. Но из-за всех этих моделей Pipo M9 будет работать максимально долго. Спасибо за внимание. Всего доброго.